любимое и вкусное клубнично-банановое мороженое для детей. Нам потребуется банан, клубника, сливки, формочка для мороженого, миксер и блендер. Первым делом банан очищаем и нарезаем на кружочки. Если есть черные пятнышки, то мы их убираем. Бананы и сливки замораживаем на пару часов. Если используете клубнику, то ее тоже подморозить. Если используете замороженную клубнику, то ее лучше за час выложить, чтобы она подтаяла. Подмороженный банан перемещаем в блендер и превращаем в однородную массу. Туда же отправляю чуть размороженную клубнику. Честно говоря, каждый раз, когда делаю мороженое, мне уже на этом этапе хочется остановиться, потому что это выглядит очень вкусно и аппетитно. Далее приступаем к сливкам. На один банан потребуется 150 мг сливок. Их взбиваем до пышной белой массы. Теперь к сливкам добавляем клубнично-банановое пюре и снова все взбиваем миксером. Я всегда думала, что домашнее мороженое будет дороже, чем магазинное, но это оказалось совершенно не так. У меня получилось 215 грамм мороженого и продуктов я затратила на 62 рубля. Если взять цену в магазине, то самый дешевый брикет в 200 грамм выйдет в 99 рублей по акции. А теперь остается эту массу разложить по формочкам и заморозить. Через 5 часов мы получаем готовое вкусное лакомство. А главное, его можно деткам, ведь вы сами знаете, из чего оно сделано. Чтобы легко достать мороженое из формы, нужно поместить его под кран на минуту с горячей водой. Приятного вам аппетита!